нормально, да? Ты что наделал, дебил? Ты за что деньги взял? Ни один вопрос не совпал. Дальше вопрос. Да. Друзья называют меня Лимоном. В академии нам подтвердили, что ты сказал тест, ответы на которые тебе дал Сергей. Не дал, а продал. Я все равно... Я ему ничего плохого не сделал. Давай. Хорошо. Но я не трогал Серегу. Ты, да ты же главный одуван, всем ботанам ботан. Ты меня разводишь? А вот и нет, я выпишу тебе эти тесты как два пальца. Ты ему не, он не верит, это подстава. Нет, погоди. Сереж, а с чего это ты перешел на темную сторону? Списывать же не хорошо. Малыш. Ну, дальше там тебя. Я не ожидал от него такого. Но на следующий день он правда притащил тест. Я заплатил. Затем он проканал. Он меня кинул. Он тебя не кидал. То, что кто-то ставил систему заметили, изменили все тесты. Да уже плевать. Разобрались. И ничего не делают. Мой папа платит такие бабки за обучение. Никто не будет рубить суд. Спасибо тебе большое.